Узнаете? Это девушка с герба областного центра. В производстве она называется «Ивановская невеста». Красавицу выпускает Ивановская фабрика игрушки. Предприятие ведет свой отчет с 1942 года. Новая жизнь, по словам директора, началась с середины 2017-го. Фабрика расправила плечи и стала наращивать производство. В четверг посмотреть на невесту не только приехал мэр Владимир Шарыпов. Местная продукция по своей цене может конкурировать с Китаем, а вот качество вне конкуренции. Мы используем старую технологию, у нас куклы мягкие, то есть они не как виниловые сегодняшние, твердые, что ребенок, а если ребенок захочет укусить куклу, он же может зубки сломать, зубки-то с этого, то наша не сломает, наоборот, только поможет почесать зубки. Поэтому большое преимущество цена, безопасность, мы используем только первичное сырье. В Китае непонятно, там, ну не в Китае, вообще в других, непонятно, кто что выпускает. Здесь я открыт. Перед вами, журналистами, перед всем, перед любым. У меня просто люди, бывает, приходят, я их вожу, смотрю и показываю производство, потому что мне стесняться нечего. В этом году Центр поддержки предпринимательства города Иваново помог фабрике с выпуском рекламной продукции для участия в выставке «Мир детства». Была также организована бизнес-миссия в Армению. Сейчас фабрика приступила к реализации проекта по развитию здорового образа жизни для детей дошкольного возраста. Серия «Валио кукол» разработана кандидатом педагогических наук Игорем Меньшовым, а реализована на Ивановской фабрике. Закалялкин, Умывалкин, Настроелкин и их друзья говорят голосами ребят из детского дома «Звездный». 8 друзей здоровья привьют правильные привычки. Все, что вы видите, мы срисовали с мягконабивной куклой, то по фотографии. Сам Меньшов приезжал, мы его приглашали на выставку «Мир детства», он лично презентовал свою же продукцию, но уже с нашим Ивановской. Мы являемся лицензией, у нас исключительно лицензия на выпуск кукол, что касается вообще Валио игрушки. То есть мы в целом хотим расширить эту линейку, именно valio.toys.ru. Сейчас разрабатывается сайт, он будет закончен к концу недели следующей, где будет полностью описание этой куклы, описание целой программы. Эта программа, это не просто кукла, то есть, ну, как бы, они будут комплектно продаваться в сады. Первую партию кукол безвозмездно передадут в 92-й Ивановский детский сад. Если хорошо примут родителей, то мы будем, конечно, практику распространять и на остальные наши детские сады. Но я думаю, вот сейчас посмотрев на эти куклы, изучив программу, я думаю, что рынком города Иваново они, конечно, не ограничатся. Эта продукция, она будет нужна во всей нашей стране. И самое главное, что хотелось бы отметить, то, что цена конкурентная по отношению с мировыми производителями. И здесь мы получаем ручную работу, нормальный материал, интересное наше именно там российское наполнение, даже в плане голосов и так далее. Наш ивановский текстиль, который используется при производстве кукол. Ну, то есть супер. Сейчас на предприятии работает 46 человек. Труд ручной, тяжелый. Кто-то отвечает за прическу, кто-то за костюм, а вот Галина Павловна за зеркало души. Она рисует куклам глаза. Цвет зависит от настроения мастерицы. Женщина работает с куклами с 1967 года. Если одни голубые глаза, будет неинтересно детям. Кому-то нравятся голубые, кому серые, кому карие, кому зеленые. Да. Сейчас куклы Ивановской фабрики есть практически во всех крупных торговых центрах Иваново. За месяц предприятие выпускает 15 тысяч игрушек. В ближайших планах выйти на 35 тысяч. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.